умерь свой пыл, пошли пинать дракона. Знаете, ну разъебем, там два босса осталось что-то. Ну давайте, забегаем. О, вылез паладин, пол ебу сейчас удара, на нахуй, нет. Надо лука, лука суман, лук где? Долоране. Суманю. Толпой. Захистов. Иди сюда, тваря. Ну сюда. Быстро. О, блин. Паузер, поставь. Поставь, пожалуйста, в полипауэре каски. Всем привет. Хорошо. Тухни. Здорово, заходи, ставь в шкаф в инсте. Прописал в каске, доволен? Да, спасибо. Ах ты хренеть, блять, у меня ОДК нет, у меня шамана нету хранителей 25-ки. Какого черта? Не понял. Секунду. Тебя кинули. На бабки. Еще секунду. Блин. Я ж ходил с шаманом. Не доходил, походу. Или ты, у тебя вылетело в какой-то момент? Подожди. Тайна в рай нет. 25. Ага, ясно. Фрея Хадир есть, Торима Минерона нету. Давай там. Куда? Покой Аран? Мы сейчас пойдем в 3D-кашник. Ну, не знаю, я тогда... Не сейчас, можно тогда в этого ванхолика можно спикнуть, что ли? Я тогда потанчу, что ли, с ним? Да зачем танчить, если сейчас же есть? А. Ну да, и сейчас же у нас сертифицированный танк с лучшими сапогами с Минерона. Ну, видишь, уже не зря был. Нет, я просто запомнил эти сапоги. Это когда он не заходил там, да? О, кстати. Тут же есть это. Нычка с книгами. Под Араном. А чё за нычка с книгами? Чё это такое? Там 5 книг лежит. Короче. Подпольная библиотека. И что с этими книгами делать? Они бафы. Мы люди образованные. Давай, пошли. А куда надо? А у нас Войд танкует. Давай, пати. Сейчас я распределю их сам тогда. Что сейчас еще выпнули? Не в обиду Войду, но у нас тут бешеный медведь. А что, с тобой бежать за книгами или нет? А я их раскидаю так, через мастера вот. Кстати, нормально работают? А на X3 некоторые не работают. Да, я проверю. Мне плюсанул вот этот бичок. Конечно. Ну, как вчера, мы сидеть сегодня по-любому не будем. А чё вы вчера там сидели? А вчера мы в 12 ночи разошлись. Из-за того, что я ушел, скажем так. И остальные тоже решили разойтись. Да. А чё эти книги бафуют? Ну, там разные почитаем. Есть. Одна, по-моему, на доп. Урона темной магии, одна какая-то, что там вообще было. Четыре штуки, их одна броня упалка. Сколько они держатся? Час. Или до смерти. Засуманьте меня. Их на гневе или лучше на молча? Гнев бы залили, было бы. Гнев это как там, флешчек. Сколько там, 20 лямов? 30. Суманьте. Пойдем, даже бой идет. Ладно, я отойду пока.
Все-таки гнев обязателен, да, для допусков мало. Угу. Кто такой гнев? Большой дракон? Да. Ну тут их два, в принципе, дракона. Ну да, один, что, синий, один. Синий и костяной, да? Короче, один обычный портальный. А другой дракон, которого придержали на плите. Он сгорел. Ну да, бедняга. Сманите, пожалуйста. А чё, кару ФК дают очевы или нет? Нет. Уже дали, по-моему. Её вроде и не давали. Да-да, её не было, там будет 25. Это 25 и гер будет. ФК нет 25, если что. Я имею в виду гроу, маги. Люди на шкаф не ставят люди, или нет? Под босса поставим. Медведя остановят. Я бы не рисковал. У меня есть одно приложение. Кинь в него лопатой. А есть флэш кинуть была? Лопату? Да. Ой, бля, надо пальчики размять. О! Чтобы отвлечь медведя. Да. Ты медведь сожрет. У нас тут медведи не водят. Только волки. И лисы. А самый страшный зверь это, я бы сказал, кто? Может кто-то обидится. Я в зоопарке работаю, у меня все что угодно водится. Это он... Нет, тут просто есть такой прикол, что что деки румен это страшная вещь. Че там мне с ума не приходит? А то был у меня один такой знакомый. Так еще даже румен каракист на полставки. Ну как тут пожире? Ренегата можно добраться через портал, да, туда? Опасно. Вроде бы так. Так, это у нас восточное королевство, да? Надеюсь, мы сегодня хотя бы этому дракону оторвем все, что можно оторвать. Лагерь братства Тория, братья. Хренушка. Хочу сюда. Карл старый. Теперь можно шкаф. Медведя можно пустить теперь на мясо. Он в кота превратился. Двадцать лямов. Он бы тыкнет по самому. Урнера, слышь, ты взял кул? Чего? Кулак шаманам даем или каску? Каску, конечно. Каску и МП5, я единственный. Я перекидаю кому-то большую, кому-то маленький, да. Да, шаман, я единственный. Мне каску и МП5. Кулак мне нахер не нужен. А, стоп, шамем же ушел, все, тогда что? Каску. Ой, этот МП5.
А что, уже новые эти аксессуары можно делать с алхимией? Так, я здесь. Да, вроде бы, да. А что там? Да. А новые аксессуары, это ж вроде которые с острова, нет? Походу. Это именно алхимический аксессуар. 206-й. Да, это с острова. Секунда. Рыбу кто-то даст? Или мы сегодня бедные? Да есть у меня рыба. Сейчас пойдут все. Так. Мне быстро в пару словах. Чё да как? Так, все здесь. За. Здесь. Был здесь. Но он отказал. Я тут. Ну, в смысле одного. Ну, он вчера соло дерево хилил. Ну, тут... Я могу в ретрика спекнуться, если надо. Ну, хз, я... Залупа будет, назад. Блядь, человек, который до синей блочи стоит, то сдохнет просто и все. Да. Да. Тебе пауэр дру нормально. Ну, мы же пару часов назад ходили. Ты же сам видел, что там... Если из-за уже не убегать, то пизда. Вы сегодня а ходили? А она дамажит за, да. за секунду 19к. Там от стаков зависит. Давайте рыбу там лучше, давайте. Так. Рассказывай, те, кто не знает. Можно. Да, в двух словах хотя бы. Будет появляться с трех сторон портала. Вот справа от меня, противоположному углу слева от меня и возле... Как его, блядь? Забыл, блядь, слово это. Ай, блядь. Телескоп. Да. Телескоп. Портал будет появляться. В случайном порядке цвета будет. Три цвета будет. Красный, это танковский. Он дает хп, хилит. И босс на тебе будет агро. Но бить тебя будет, вне зависимости от агро. Синий для ДД. РДД. Увеличит магический урон и получаемый магический урон. Зеленый отнимает ману. Но его будут брать ДК. Если не перекрывать луч, тогда босс увеличивает свой дамаг. Mm-hmm. Все, что вам нужно делать, появился портал. Встали на пути между боссом, порталом и ловите баф. Понятно. 50 стаков и начинается другая фаза. Вторая фаза, он превращается в темного. Если мы, допустим, бьем возле... Ну вот, сейчас будем начинать возле черепа. Побили. Начинается фаза. Сразу бросаем все дела, бежим к той стене до упора. Если не успеем, то он дыхнет. И там по 20 тысяч урон. Даже на БК не убивал с этой хуйни. Там где-то 70% хп отнимал. Ну а здесь, короче, можно будет, если что... Сакрою зануть. Okay. Так, Лок. У тебя есть афли? Ебать, у тебя спек. Лок, ты в Дисе? Да, он в Дисе, он писал. Зеленая мана количество уменьшает и увеличивает количество хила исходящего. Ну я хз убью мы с таким локом, не? А синий увеличивает дамаг, который наносишь, да. И увеличивает дамаг, который получаешь. Все, еще нужно будет выходить из бассейна, фуж, под вами будет появляться. Первый тик 6, это без стаков. Кто стоит на синих? Я хуй знает, Лок должен стоять первый, я второй. Ну давай мы сюда постоим. У него билд странный. Чё, давай, давай я первый, ты второй. Ну будем сегодня начинать, не? Прием.
Так, я там книги раздал. А кто танк-то у нас? Я что-то не вижу. 45 тысяч хп. Все. Блять, вы еще моба не пропустили. Пиздец, что вы делаете? Там думал книгу взять. Блин, сильно, а что ты опять? Книгу сейчас подбираю. Ой, нахуя вам книга, если мы сейчас сдохнем тут, сука, в луже в первой же, блять. Че? Давайте, ну, под это убьем, блять. Потом книги же на Молчазара. Молчазар хуйня, его убил пару часов назад. Там нехуй делать даже. Постоишь на яриваешь, блядь, на одном месте. Сильно. Так это что... ДПС чек, единственная проблема. Кай. Ну вот я говорю, давай с тобой этот. Я первый буду портал брать, ты второй. Давай попробуем через лок, он все-таки больше выдаст за счет класса. Посмотрим на ДПС его. Киньте мне каску. Я так же само, когда синий появляется, ебашу БЛ. Ну да. Ну когда баф уже появится. Тоже. Лапку киньте. И моноген. Есть просто баф. Все. Иди на место, АДК. Сейчас не сюда, блядь, в чейп. Чем ближе он к стене, тем больше у нас будет времени до одного им стены приезжать. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красная. Так, красная у нас. Да, перекрывай, да. Становись между боссом и порталом. Лок, бежи ко мне, за меня. Лови луч. Был. Че не дохнут так? Блять, луж. Луж. Ага. Резаем, а сейчас... Нет. Сейчас чисто покажем людям, что тут вообще происходит. Там уже был. Сколько старых локов? У него 32 старых. Понял. Без здесь охуй. Сделаешь, что тут? Он что, не в Дисе? Да он не говорит. Он в Дисе, но без войса. Двигаем всех к стене. Говорю, он в Дисе, но без войса. Конечно, тебя шотнуло. Ты же не анонсил, сколько у тебя стаков. Вот сейчас и нас шотнет. Не успели. Подбегайте, ложитесь, хули вы дрочитесь. Вот то же самое будем делать всегда. На каждой стороне. Надеюсь, вы поняли. Ну, да. Первый раз портал будет с телескопа стороны. Второй раз рандомно уже. У нас сегодня получалось и выйти, кстати. Вчера уже. Ну так воротам отбегать просто. А. Но лучше не надо, там же дебаф отбил. А можно либать это, блять. Ну все, ну паузер, паузер, лок. 4 минуты. Я, короче, понял, что до Сима там. Нахуя вам БЛ, вы его и в конце можете дать спокойно. Нахуя вам БЛ, если вы, блять, спокойно. Можно два раза его дать. Можно портал последний. Хуй знает. Как вы ему два раза дадите, если там успели. Берса будет? У нас успевали. На нем разве берса вообще есть? Есть. Он там дебаф, увеличивающий магический урон. Просто паузер в луже простоял и лок в луже простоял. А чё у лока с войсом? Права не дали или он просто морозится? А чё, знаю, мобы что были, пропали? Странно. Ну мы три моба убили. Лок, смотри. На 30 стаках будешь уходить в сторону. Мы должны стать так, чтобы были паровозиком. То есть ты чуть ближе к порталу, а я чуть ближе к боссу.
Между нами должно быть некоторое расстояние, чтобы вдвоем в уши не стояли. Он на рандомную цель кидает лужу или как? Да. И хилить надо человека, который стоит на луче на синем. На него частицу... Блядь, я упал, сука. Суманем, на него частицу вешаешь, на Лока, и на нем частица должна висеть, и ты должен спамить хил. Потому что когда на нем накапливается стаков 20, его уже по 10 тысяч, по 15 начинают хуярить. То есть свет небес спамить. Лужа, да, лужа здесь ебанутая, из нее нужно мгновенно выходить. Она за секунду может фигануть 20-30 косарей, вообще пофиг. Да потому что стаки накоплены от синего луча. Да вот у меня без стаков вчера, она мне за одну секунду, вот я даже скидывал информацию смерти, она мне за одну секунду фулл хп сняла. 19 кг. Куда ты скидывал? Ну, информацию смерти в рейте скидывал. Она... Да это вчера было. Ну, так, вот я... Поставь саман, ок. Я вчера офигел, вот просто за одну секунду, там даже время, там 33 секунды, 34 секунды, вот за это время... О, огурчики. У меня, кстати, я кнопку выключил, не фонит, ничего от микрофона. Нет. Рыба стоит. Надеюсь, все поняли. В лужах не стоять. Учил тот, кому надо. Первый луч с этой стороны будет каст. Второй кастерский сильно ты подбираешь? Да. А еще говорят, неплохо было бы колбочки выпить всем. У кого-то есть? Вы как-то ориентируетесь, когда он будет станется? Нам нужно в это время находиться уже дальше от босса. Вы как-то это носите? 50 стаков и это... Вот заранее говорите, чтобы люди начинали уже бежать. Вне зависимости там от таймер ключей. Показывает. У меня высвечивает таймер. Типа портал вот. Появится там через 10 вот, секунд. Вот, и... вот за 7... 5 секунд можно да. Уже выбегать. Да, потому что бежали кто последний. Там ДК танк бежал последний. Скиньте вот эту вот херню. То мне это не видно. Даже этого, как его адмирала поставил, ДБМ ни хера нет. Да, кстати, мне тоже тогда такой же ДБМ хочу видеть. Не знаю, я скачал этот с дискорда нашего и все. Гильдия ты имеешь в виду? Ну. Кстати, что мы будем бить, пулять там или что? Что будем делать? Да, я скачаю. Хотя бы я буду видеть. Это из канала Разная Дона, да? Ну, Разная Дона, да. Там скачал и я его не менял. Принципе. Так, это не Ашера ты качал, да? Походу. Жди, сейчас скажу. Ну да, там типа скачайте аддоны все, пожалуйста, там типа наши там. Вот ДБМ, да. 5 месяца 1 числа закинул. Окей. Сделает. А для того, чтобы установить, надо выходить из игры или нет? Ну да, желать. Заходить. Так, я тоже тогда выйду, с нуля я его уже скачал. Я быстро, у меня компьютер быстро соображает. Будь здоров, кто там. Дякую.
Так. И так, и так, и так. О, БКшные появились. А как гнев по это... гнев называется? Nether Space. Как? Nether Space. Пусто гнев он здесь называется. А где здесь? Ну здесь он называется пусто гнев. Адаптация, конечно, такая. Это где здесь? Это открываешь коржан, плюсик нажимаешь. А, парни, понял. Начало 12-го. Я готов. Как пионер. Просто соберитесь, сыграть один раз четко, блядь, выйдите, слушай, все. Вы свое время тратите. Все на готовность. Лок. Лок. Блядь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет синий возле телескопа. Лок. Охуй ты там. Я первый тогда. Не надо. Блядь, был. Пауза. Нихуею. Давайте командуйте что-то, я хуй знает, резать нет, без него ДПС не хватит. Фаза портала через 30 секунд. А, все, ты злобный. Лэп. Лок. В начале боя ты не должен бить, не должен стоять, ты должен подойти к порталу. По пути к порталу. Здесь ну, так какого? Да, давайте, давайте, наверное, в лужу зайдем или нет? Да. Портал фазы знания через 5 секунд. Вот. Давайте мне сейчас делаем. В лужу зайдите, да и все. Мы же вайпаемся. Да, да, да. Не, не надо диван кидать, да это же не будет это. Когда надо. Дебаф от Бэйла будет. На танках. Там... Нихуя тут тело отлетело, блядь. Там будет ситуация такая, что мы можем бить, можно либать, когда уже начнется бой. Я сейчас добивал в предыдущем рейде. Вот вы мне объясните, ребята. Уже... Это все круто, это охуенно, но Паузер второй трай подряд. Сильно как сдох, в луже. Ну, у него стаки были, наверное, поэтому там... Там, несмотря на то, что висел частицы, его просто сложило. Лоте, ты лови, луч. Пускай ДКшники ловят. Сколько это? Два ДКшника? Только тело какое-то надо на зеленый поставить. Ну, значит... Ну, на зеленый должен ловить, как бы. Могу попробовать через зеленку, короче, если что, выжить как-то. Да-да-да-да-да, ДКшник выживет. Смотри, ДКшник у нас будет на синем. Один ДКшник на зеленом, один на синем. И все. И частицу. Потом свапнемся на следующем уровне, получается. А ДПС не хватит. Как не хватит? У ДКшника вырастет ДПС, и все хватит. Ты понимаешь, просто, что там увеличивает магический урон. Ну а и что? А у него что? У него половина магического физически. Урона. Магический у него дот. Какой там анхолик или оба ФДК? Ну-ка. Ледяной. У анхолика основной урон от автоатаки. Анхолика тьма наполовину бьет. Здесь два ФДК. Я не знаю, магом попробую что ли включить себе эту. Щит магический может. Может как-то да выживешь. Босс периодически бьет по 3000. Босс периодически бьет по 3000. Если вы не заметили. Вот рыба.
А где вы прочитали, что он увеличивает только магический урон? Я что-то не могу вкурить. Линканите мне эту хуйню. Он увеличивает просто урон. Вот где, линканите, где магический? Вот линканите мне. Я, может быть, не, ну, неправильно что-то, блядь, понимаю или что, блядь. Вот где написано это? Мне линканите, да дебаф или что-то мне, блядь, прочитать. Просто обилку линканите его с этого, с атласа или с чего-то. Атласа, вот, протап, статы господства. Вот это вот, прочитайте, как там написано у вас? Может, у меня что-то неправильно? Цель наполняется силой, наносимый ею урон повышается, но направленное ею исцеление ослабляет цель, становится уязвимой для магического урона. То есть он повышает вот весь урон. Все правильно, поэтому один ДК встает на синий, один на зеленом. Вот и все. ДК выживет, потому что у него есть зеленка, незыбка, частицу на него и хуярим. А тряпки, сука, стойте и без всяких синих лучей вы будете, потому что вы дохнете, как в нори, блядь. А Палзер, сука, смотри под ноги, блядь. Это вой, да, был только что? Ну а кто? Кто еще, блядь? Ну это пиздец. Второй пул ты... Я думаю, у кого пригорает, блин, еще с вчерашнего дня. Все, ДКшник сейчас будет у нас накручивать, частицу на него хуяришь. Танк не упадет никак. Кто из них сильнее? Не, этот, Лате, наверное, сильнее, да? Нет, побольше. Лата. Ну и все, ты у нас на синем по КД. Ну, я не смогу на второй раз. Второй раз должен быть другой ДК идти. Ну, поменяйтесь. Скажешь ему в 10, поменяйтесь местами. То есть, первый я забираю, второй забираю. Как можно поменяться с зеленым? Объясняю, как можно поменяться. В комнате три места, в них появляются три портала. После остановки босса распоряжение порталов может смениться. Из порталов идут лучи в центр модельки босса. Чтобы словить луч, не дать его боссу, нужно встать на одной линии между центром босса и порталом. Должны находиться моделька вашего персонажа. Тогда луч будет попадать в вашего персонажа. Что еще не ясно? Непонятно, как может ДК меняться с ДК, если один на зеленом, второй на синем. Я понял. Перебежать, блять, и все, ебаный рот. Вы что, блять, обкурились? Перебежать, местами поменяться, блять. Это делать. Просто бежать в тело, бежать ему в центр прямо, просто сойти. То, что луч одну секунду на босса попадет, ничего страшного не будет. Вопросов нет. А что, ДК не выдержит этот один луч? Блять, давайте, чекайте, пуляйте, ебаный рот, стоим дрочим. Посмотрим. Синим ДК. Бля, если надо, я могу еще власть льда включить, чтобы меня вообще не складывало. Не надо. Я правильно понял, ДКшники меняются ж не во время фазы? После порталов, когда он в темном превратится, мы меняемся, потому что на нас будет висеть дебаф. Вот. Значит, я правильно понял. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Под ноги сотыть. Был. Сколько стаков? На 50 фазу. Кашка, да. Будет 45. ДК, лужа, ДК. 39. 10 секунд до порталов осталось. 7 секунд. 5. Побежали. Сразу побежали. Начинайте же бежать в ту сторону. У нас ханта нет, поэтому заранее надо бежать на 45. Ну да, тут ДБ показывает. Зеленку прожми ДК, наверное. Сейчас не надо. Посмотрите, если кастят. А, все понятно. Все то же и самое, повторяем. И че он отдыхает? Ну че, дебаф есть вот это? Нету. Его и не будет, он фул будет стоять на синем. Пропал дебаф. А че он АФКшит там? Сейчас он пойдет, вон он пошел. Все, лучше. Красный с этой стороны. Зеленый с телескопом. Сзади. Ну все, тогда я стою. Ближе к стенке, босса, ближе к стенке отведи. Веди. Боже. Пап.
Спасибо. А чё он не блеванул, кстати, ни разу? Мы слишком далеко ушли? Повезло. Он случайную цель ближайшую, блядь. Блядь. Сколько секунд? 34. Сколько? 45. Все, можем уже выдвигаться. Побежали. Все. Поздно нам, блядь, надо быстрее было. Стоит хуёв. Попался. Он, короче, 48, он больше 50, больше не кидает. Он 48 и все. Просто первые несколько стаков ты не словил. Когда а, все, понял. Понял, да? Но он и не блюет, я заметил. Всего он их 50 дает. Просто. А, и у меня урнера 2 спиздил, все. Ну, кто-то спиздил, да. Либо в босса уходит. У меня от ДБМ пропала повозка, так что я не вижу таймера. Пропала, но он не блюет. Короче, на 40 говори. Он не, угу. Он не должен блевать, потому что когда он блюет, это вайп, блядь. Ближайший крас. Телескоп синий. Ой, зеленый. Телескоп зеленый. Луч, луч. Траги нет. Двадцать пять стаков. На 45 скажет. Угу. Тебя никто не брал? Нет. Он босс забрал только пару. Наверное, на 40 скажет. Так, 40, сейчас будет 40. Побежали, побежали. Побежали заранее. Блять. Побежали заранее. Может самый тот угол ранее. Это кто сдохнет не сейчас? Вернулся спиной к боссу. Он опять не блюет. Да он не должен блевать. Бля, что непонятно, он начинает блевать, когда кто-то рядом на рендже находится. Так, если... я пока в стойку прыгнул, я пока во фрост стойку прыгнул, лестница, наверное. Я побегу резко сейчас на спринтах. Ближайший синий. Что за Ивейзус? А, он на пета сагрился, нормально, он на пета сагрился. Вставай, ближайший синий. Заберите его, ну все. Красный бери не сейчас. Почему босс в центре? Отведи его к кружку. Тебя, блядь, он только что забрал его. Ну, сейчас тяжело. Я его так, а веду. Куда бежать будем? Кружок да, или... да, да, веди, веди туда. Бежать будем к книгам. Книги это где? Это череп или круг? Лево, череп. Право. Где череп? В угол. Еще не дальше. Поставь, отведи дальше еще к красному его. Отведи дальше, чтобы нам было ранжа больше. Так, 27, 28, 29. Веди дальше. 35. В зеленый побежим портал, в зеленый. Все, надо бежать от, уже. Отведи думаю, еще босса, скоро. Отведи еще. Отведи еще босса, он, заст... он нас достанет отсюда. Успокойся. Бежим в угол. Вот за шкаф прячемся. Бежим, а сейчас достанет. Масаков, 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 масаков. КД, КД, КД. Все, он один всё. Раз принес. Минус два. Так у нас. Блять, я хуй знает. И что, я сейчас как без хэпала, блять? АБРа нету, да? Нихуя нету, ну. Еще один должен, а нет. Не-не-не, у обоих КД. Это вайп. Давайте, ну сразу ляжем, у кого может там диван или что есть. А чё, подожди вайп, ну давай попробуем. Ну без хэпала, да, ну. Да похер, завтра 2.40. Выхиливал. Ну. 2.40 до персии. Завчера выхиливал соло, чё вы начинаете? Да нету маны там, блядь. За нету маны. Карл. Ну вот он себе кинул ударку. Ну все, можно падать теперь, я думаю, уже два трупа. А у них сейчас этот ДДшник же есть, да? У него анхолик, по-моему. Да, есть анхолик. Давай я потанчу этого босса. Положу нормально.
и 5% крита еще будет для ВТ. Ага, и минус хит для кастов. Да, нахуй этот хит. Ну посмотри, кто идет после ВТ по ДПСу. Маг, Элим, Лок. То есть будет минус ДПС для кастеров? Ну, босс почти в центре стоял, просто нам не хватило оружия. Блядь, босс стоял в центре, потому что я упал в центре, блядь. Я его взял в центре. Да упади, ничего. Поэтому он там стоял. Нет, там было все нормально, просто он упал раньше времени, да, и пока его резнули, пока туда-сюда Потому что вы командуете, блядь. Какого хуя вы командуете, а? Вчера он откидывал. Хил просто убежал от танка, и танк умер. Ты не лови луч, когда это. Он так не убьет тебя. Ему луч, чтобы он словит. А ты сказал, я сделал. Можно ливать, это, блядь, бой. Не игра, это просто пошли не нахуй. 50 же стаков он настакивает, да? Да. Ну вот, главное заранее начать, потому что без скорости ханта мы можем словить вот этот ваншот. Не игра, это просто пошли не нахуй. Ну я так точно. Ну хера еще 23 косаря здравия. Маг-то с блинком, конечно, может блинкануть, а остальные не добегут просто. Не, у меня хп меньше. Маг-то сама. Ну что, а у них сейчас вроде нормальный спект ДД. Давайте, если хотите, РПАЛа оставим, я спекту с танка. У него мы не потеряем ни АП, ни скорость. Но. Кто это, Паузер хочет? Проблема в ДПС. Нет. Ну так у него он ДПС дает такой же, как и я, плюс-минус. Даже у тебя ты, наверное, повыживаемый будешь под лучом, чем пал. Мне вообще там пиздец, пал по сути только полтос прожать может, а у тебя там не зыбка, зеленка и так далее. Полтос. Массакра. Символа еще 20%. Ну хз, короче, смотрите. Плюс пассивка еще на 3%. Да не, блять, я что-то хуй знает насчет в одного, типа, даже если там вдвоем, ты считай, по рейду АЛЕ идет. В одного нереально, мне кажется. Там заряженный должен быть хил. Типа, да. Ты так просядешь один. И ману, считай, если только два инера есть, потом сядешь просто и все. По 3000 тикает. Понимаешь? Плюс еще уже это будет ставлять. Помни 4200 почему-то не тикает. Ну, 3-4, я не помню точное число. 3500. Меня больше удивляет. Короче, смотрите, я думаю, наверное, просто я все равно сижу на синей, а я буду говорить, когда остается 40, я думаю, танк и хил еще остаются немного. Они там могут полтос прожать, там холипал, может, пускай останется. И ДК прожмет, если что, зеленку там подвыжимаясь. И на 45 они побегут. Мы все побежим. У меня там боты есть, все дела. Но. Это хитбокс большой. У танка тем более зеленая вот эта морда есть. Да, он может зеленую власть включит и все, и побежит. Паладин там тоже добежит. Чуть подальше встанет, уже ближе к нам. Этот, не сейчас. Ты можешь даже на агро особо не бить, когда луч получишь. Потому что красный луч тебе дает... Да я в курсе, я этого, но. Блядь, гнева закрывал 100-500 раз. Да. Так что можешь максимум допасить. Ну, что ты можешь там только выдавать. Ну все, тогда. Так подойдет более. Банка еще. Хитбокс у босса очень большой. Тут на половине комнаты можно доставать до него кастами. Уголок. Лока ждем, гуляет. Ну что с Локом? Он да, Лок здесь вроде, вон стой. Здесь ходит, двигается. Да. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Все, как обычно, порталы. Был. Лужи внимательные только.
Так, 38, лок, 30, лужа, 30, лок, лужа, 40 уже, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 7. Фаза. Лупанет, походу. Нет, не лупанет, не успеет, все отлично. Чем ближе он сюда подойдет, тем лучше. Просто у стены его стоишь, ждешь, и все, он будет у стены. Да, не трогайте его только. Ну и потом уже повернешь в сторону красную. Он сейчас просто на импас агрится, скорее всего. Нет. Не-не, он танк будет. Красный здесь. Зеленый телескопа. Блять, лок! Ребята! Все, случайно. И один 10 стак, да, стаков, 10 стаков. Значит, буду на 39 говорить. Да я скажу. Тридцать стаков, да. Отбегайте, по-тихому, по-тихому. Сейчас фаза будет. Фаза. Там хитбокс у босса очень большой, мелики, вам не обязательно его бить прям в лапу. Мне показывает уровень агро 192%. Ты это пиздобулейся. Он же сбрасывает агро, когда так находится. Да подожди, еще 6 минут, что ты начинаешь. Ближайший красный. Телескоп синий. Лужа, лужа. От хвоста нихера не вижу. Поверни, можешь чуть-чуть боком его повернуть? Влево с тебя. То я не вижу нихера. А, камеру. Поверни просто. Не, я не вижу. Вот лужи я не видел вот сейчас. Сейчас, ладно. Блядь. Ближе, ближе или дальше, ближе или дальше. Она лужа. Так, я проебал пару стаков, там кто там следил. 35 сейчас. Угу. Отлично. Это лужа прям кинулась и проебался. 40. Потихо, может, кайбейте. Фаза, фаза, фаза. Ну, короче, он мне на 35 стаках 5% хп оставил. Под незыбкой. Можно мне про... Да, иди сюда, пробуй, что я знаю. Там ближайший зеленый, телескоп синий. Дальний красный. Афлик тут, конечно, разрывает намного сильнее, чем Дестрик. 40 стаков. Уходите потихо. Он сейчас далеко от стены хуёво, я хуй знает. Фаза, фаза, фаза. В угол лучше, вот где рейс. Так,
Чё, 3 минуты? Я думаю, должны успеть. Я сейчас истерия откатится, накину на латы. Да, Рейсина, правда, закрыли, я не вижу. Скажите, когда там можно будет воевать? Всё, вышел. Ближайший зеленый телескоп каст. Сколько когда у колбочек идет, вот этот, который припоты? Какие колбочки, бля, не понимаю. Припоты. А, КД, ХЗ, нисколько. Минута, вроде, 2 минуты. Хпал. Бля, норм. Сколько стак? 37 40. 45. Отходить. Подальше в печеньку туда куда-то надо. Если мы его сейчас не убиваем, это ладно. Бля, что-то мне кажется, что он до 40 ярдов дистанция у него. Типа я стою 45-60 и нихуя. Главное от него. Там его главное не ударить. Не, блин, так, ну это так... последние порталы, по-моему. Ближайший синий. Да. А телескоп синий, красный. Угу, я вижу. Почему. Стерею там все, давайте, если есть, как подожди. Пять стаков. Тридцать пять. Да. Что, на мужика может? Конечно. 45 стаков. Вокруг, кстати. За спину. Просто он поворачивается и за спину. Только подальше, к хвосту ближе. Бомжи, если есть. Бля, этот... Давайте, еще хил живой, давайте, хил живой еще. Сражался полностью. Давай. Сюда. Я упал прям вот прям перед. Давай мной. Этот масрез. Еще шахматы сейчас ебанем по-быстрому, и Малч остался. Хуйня. Давай, я дам масрез. На Малче самая хуйня. Вот на этом боссе надо было книги жать. Фу, а у меня книжки нету. Я не знаю, где столько, где столько книг взять, когда ретрики 2-3 подряд умирают черные. Я не брал. Это либо библиотеки не хватит. Че, телепорт обсерваторию, да? Я не понял, я сделал масс-рез. Че, вставать еще? А, все, понял. Не до всех достает там дистанция. Я ни одну книгу не трогал, мне надо. А ты где лежишь? А, вон. Я заныкался. Книги читаю. Видишь, блядь, стопка еще стоит. Погнали куда-то дальше. Мы тут лоба пинаем. Так, сколько там стоит? Пояс. А это как бы хпал в основном. Валюта 9000. Мне ничего не надо, все говно. Там все с критом. Шаман. А можешь мне кинуть, да. 2 желтых сюкета как раз на СПД сын. Тут можете поворачивать сразу налево, как выйдете из комнаты. Там спрыгнуть можно на этот. Да, на поребрик.
А можно левитацию? Я разобьюсь на хуй. А можно, как пацаны, просто ебалом в землю. Остался на месте. Знаете, у нас тоже был такой, и он себе голову об камень расхерачил. Ну, на следующем, когда будет проще, я надеюсь, я уже себе этот Т9 куплю. Не, ЗДК, сколько там, 10 тысяч стоит все 4 части, да? Ну, смотри, 3 части по 3600 и 2 части по 2250. 13,5, короче. Блин, такая грустная хрень, Т9 хапало, нахрен не сралось. Тупо Т4 ждать. Вот что за магазин. Зато ретрику неплохо, чё не. Это кто такой? Ну, я-то ретриком не играю. Ну, так начни играть. Ну так, а вы мне будете ретриком брать? Нет. Ну и все. Вот и поиграл. Чё, давайте делать. О, а чё тут делать надо? Сейчас скажу. Подождите, куда вы пошли, блядь? О, а чё, можно ФК тут починить? Вы чё, пизданулись? Как мы вайпнемся на шахматах, блядь? Здесь 5 человек нужно, успокойся. А, 5? Ну давайте пускай идут те, кто умеют. Я видел уже, блядь, вайпы тут 2 раза. Играть в шахматы или играть в волк? Хули, давайте тогда, блядь, Молчезара бейте в 5 нахуй. Блядь, такой же босс, как и остальные, блядь. Чё, давайте подожди, Молчезара убьем, а шахматы на потом оставим. Не, кого? Давайте шахматы, чё нет. Шахмат, думаешь, лута нет, что ли? Бля, ну играйте, я пошел курить. Да заебись, хули. Все люди нужны, как бы. Минус 140. Вообще логика, блядь. Сука, я бы... Какая кнопка открывает обилки типа боссов, там все тема? Ты заходишь в этого чувака... Вот это самое... У меня на карте его нету. Вот это самое дамажащее, я отметил. Мы за Орду. А вот этих тут... тоже нужно сесть. Это кастер. Тут именно что? Тут именно в шахматы играть надо или как? Да. А я в шахматы херовой. Вот. Короче, на демонах. Прям они ходят прямо налево. Ну, по бокам и прямо. Демоны, это у нас Турен. Можно Урнера в пешку сядет и будет сидеть? Да, пешками нужно их вывести вперед, чтобы они дрались там. Не мешали. Локи. Нет. Два ферзя нужно. Это вот ромбик, треугольник. Они касить будут. Вам нужно плеваться по черепу. Ну давай я стану. Королева это хил, кажись. Этот вожак. Бля, можно я расскажу? Нет, хиллеры вот эти вот, нет. Давайте кто-то, кто убивал на этом ебучем X4, нахуй. Кто уже убивал, блядь? Бля, да он везде одинаковый. Ну я два. Я говорю, два вайпа уже видел, блядь. Вот этот боевой вайп. Я не видел вайп. Мы играем за белых или за черных? А чё? Запустите для начала, блядь. Так, остановитесь под своими метками. Ну давай. Нужно, чтобы все на метках стояли. Какие пешки выводить надо? А, любые. Просто их выведите, чтобы они с пехотой дрались. Не мешали. Запустите босса хоть. Метка встаньте, пожалуйста. Ну я... Перед слоном или как он там, перед башней просто стану тогда? Просто я не понимаю, я вот на сове, он говорит, встань в метку, в какую метку, я хуй знаю. Видишь мобы с метками, блять. Ну? Ну так что тебе нужно сделать? Встать разом в своей меткой. Тут уже... Которую ты выберешь. Которую я выберу, там уже стоят люди. Пешки для начала нужно. Треугольник. Ты можешь треугольник сесть и просто пулять, блять, по черепу. Тебе нихуя не нужно будет, одна кнопка. Бля, парни. Вы, конечно, все это... Запускаю. Блядь, ладно. Сядьте на этого норка. Сюда. Ну, окей, вот ладно, сел. Ходите. В ботинок ходить. Двойка поворачиваться. И так далее. Там уже почитайте обилки. Насколько вывести надо? Да в первую очередь. Просто вывести. Пусть они бьются. Усиливай. Давай. Баф. Сядьте кто-нибудь за вожака, я сейчас слезу с него. Там четверку нажимать, да и все. Ну и выходить с метеорит.
С вожака, сядь. Я не могу вывести демон. Там дебаф будет, что некоторое время нельзя. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. А нахуя его бить, если его хилят? Перебьем. Когда подойдут все. Да, тут можно выходить. Так, мне отойти. Из лужи выходить, конечно. Ну это же... Не, не из лужи, я имею в виду, чтобы отошел. Ой, подошел демон. Итак, развязка близится. А зачем королем идти вперед? Королем не надо. Он должен стоять за пешками. Ну, боевой вождь, вернись назад. Да. Все, блять. Он просто усиливает всех ближайших. Вот и все. Четверку нажимай, да и все. Я просто переживаю, шахматы. Король как бы должен жить. Насколько я знаю. Как они начинаются в фаза эндшпиля. Ебать, это не те шахматы, ненормальные. Это, блять, в игре шахматы. Тут немножко другие правила. Ну, извини, ну, немножко люди, играющие в шахматы. Тут только доска, блять, и фигурки с Вовки. Вот с огня надо выводить, блять. Да, ща, я не могу, когда. Алло, а ходить-то, блядь, хули не ходит? Ходит. Да там баг был. Нет, там просто я стоял. Мне сначала надо было отойти, чтобы ты туда попал. Блин, может развернут отвести демона в видео бой? Стреляйте пока, алло. Там сдалека. Я пока не могу прочитать. Сейчас иду. Ну... прикольно, он, оказывается, стреляет перед собой, да? Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как поменять, чтобы я стрелял в короля? Встать в одну линию с королем. Ну, а вот как я слезть? Блять, крестик надо. Я не понимаю. Нет крестика. Нажми на фрейм свой. И там будет правой кнопкой нажми. Пустить, ага, все, понял. Какой он жульничать начнет. А чё волк не ходит, не могу понять. Так он только по дуге. А, буквой Г ходит. Подожди, нет, он буквой Г, да, буквой Г. Это конь вроде. Да, но он не идет буквой Г. Не хочет. Сука. Мне прям интересно, сейчас с другого залезу. А, они и так могут ходить. Пешку вот эту захуярить надо. Вот подхили вот эту пешку передо мной, перед чернотичником. Хилку дай в нее. Блять, того. Ну да, что-то волк не ходит. Кто там бегает? Садитесь в любую. Тут никого нету, волки не. А, его волк пошел, смотри. Нет. Че это, как ты его законтролировал? Вылез и залез? Нет, как обычно, залез в нем и просто... Но у меня не идет он. Он не как в шахматах 2-1, он 1-1 идет. Тут не работает, короче, как я понял. А у меня даже 1-1 не идет. Там глюк иногда бывает, что тут пешку хочет. Надо подхилить, я хуй знает, вот сейчас сдохнет, блять, ее две пешки захуярят. Очень глупо. Так, где что тут живое осталось?
Че это у них за баф появился? А, бахлёвит. Надо запомнить вражеского короля. Пешка не то. Во! Ай, короче, тыкать надо без остановки. Лоте, двигайся. Че, волком не ходишь? Да не могу, он глючит, он лагает. А, вылези. Я тут, блядь, я пошел. Ну, он, короче, ходит, там надо очень много тыкать. Пауза, че не, а че он не поворачивается? Тройку да еще и за... Он повернется к тебе, пойдешь вот сюда. Ну и так далее. Будешь хоть туда-сюда ходить. Тебя бить просто не будет. Прикольно, тут офицеры ходят, оказывается. Я что, ну, думал, что я могу только наискосяк ходить, а я, оказывается, могу ходить куда я хочу вообще. Так, Рейслин, а чё ты не стреляешь по королю? Потому что я не могу чё-то по нему стрелять, он вперед херачит. Я говорю, на одной линии надо встать с ним. О, надо было сюда встать. Нет, чё, священник сейчас умрет. Кстати, почему демон не бьет с руки? Уже хорошие разлили. Будет домашний нормально. Да, она вблизи разливается, да, только? Нет, это я разливаю. Это королева, да? Да. А мы как-нибудь жульничать можем? Да. Да. У нас просто больше, чем его. Блин, там сейчас демон сдохнет. Нет. Из лужи вы видите. Я тыкаю, он идет. Пизда демону. Да ничего страшного, у нашего короля, блин, 38. У ихнего 18. Нам бить-то есть кем? Да. Да, один орк. Королева, так, еще кастер, войд. Так, я королю с вайпов они не видели, блять. Ну, я вообще здесь первый раз, поэтому я как бы про вайпы молчу. Чтобы вы понимали, я с пугами закрыл это. На изи. Тут не обычный шахтов. Что делать. Ты понимаешь, в чем вот у меня был внутренний диссонанс, что здесь офицер ни хера не так офицер. Это у кого в цели там есть лейн, король лейн, блядь? Ну и чё? 70 тысяч. Да мне выбрать надо, блядь, таргеты меняем. Рейслинг возьму. Орнер. Да, бля, не подходи ты, ёпта, махнатка. Я пока не могу прочитать это заклинание. А чё волки просто стоят? А чё нам делать? А, вождю не надо подходить. Ты же это, заезжаешь. Ты сейчас умрёшь, блядь. Да не, у него там хп разница а большая. Его там два человека бьют. Он же конь, блядь. Это же как шахматы, здесь только перед собой бить можно. Так священник и король я не выбил. Пешки не бьют, только перед собой. 15-ка, выходите с огня. Еще один удар надо сделать по королю и все. Да. Ребята, вы молодцы. Но нормальные шахматы они подвести не могли, да? Опа, какие боты хорошие. Плечо вот. Ой, кожа. Ой, блин, пошел на себя. Это надо, да? Эдик, не надо? Тебе пауза? Что не надо? Плеч. Пошли ебашить. И чё, у нас получается осталось двое только, Ласт и Дракон? Дракона нету. Нету, да? То есть чисто Ласт остался. Ага.